Доброго времени суток, с вами Уксус. И сегодня мы будем играть в разные флешки. Но я создал такую серию игр, как флеш-игры. И засунул тазобадинку фазы. Я его переименую, конечно, в обзор. Это обзор. И вот. Я добрался до этой игры. Как видите, это три. Третья версия это, ну как бы сказать, есть вторая, первая, есть обычная Марио, которая у меня тоже есть. Но, ладно. А заставка не очень интересная. Также вам я скину вам, конечно, сайт на нажимаем. Расскажу про настройки. Я про них сам не знаю, но попробую рассказать. Можно изи поставить. Можно hard поставить, можно normal, и more. Ну, я ставлю всегда такой, как бы я не очень разбираюсь. Китмоза вейпон. Я понимаю, как это... какое оружие у всех вот. Например, я хочу, чтобы... Где тут... Сейчас найду. Биомашин. Нет. Спин. Флэр. Лазер. Вот. А я не хочу, чтобы... Я хочу, чтобы был спин. То есть, ну вы поняли, сами поразбирайтесь, я тут не очень понимаю. Кстати, в новой версии можно менять скин карты. Например, мы хотим оригинал, вот нам оригинал. Кстати, насчет уровней. Я не знаю насчет уровней. Вот также можно менять скин, например, железный человек, робот. Также насчет новых версий. Было гораздо проще. То есть можно тут можно составлять уровни.
По-моему, еще тут можно включить любую версию, но про это я еще не могу сказать. Ну, сейчас я просто расстреливаю бедных филинов. Кстати, тут секретный ход, если кто не знает. Мало кто не знает. Например, раньше мы не могли вот этот подвал полностью разрушить. Теперь можем. Так. Ну, давайте я все уже разрушу тут, раз я начал это делать. Кстати, вот этой игре не нужна мышка, так что я могу ее смело убрать. Валим в подвал. Я вот не понимаю, зачем тут очки. И, кстати, за очки и тут про очки уже понятно, они мне для чего не нужны. Вот хотела поговорить насчет так, как же это называется? Ну что, можно ходить назад в Марио, нельзя ходить назад. Тут можно куда хочешь ходить. Ну, можно, но только вот это 2D-шная игра, тут только взад-вперед. А в Марио только вперед, а взад нельзя. Я думаю. И кстати, насчет читов. Я вам сейчас все расскажу. Вот. Так. Так. А я не помню, что это. Ой. Нечаянно нажал на свернуть и... Такая фигня. Раз. Тут также смотрите. Вот забыли собрать монетки. А что же делать? Не вернуться же никому. А тут можно возвращаться в Марио. Если пропустил эти монетки, то... то вернуться не получится. Вообще в эту игру многие играют, даже сейчас. Хоть Марио и детская игра, но его классно модернизировали. Прохожу игру любыми способами.
запариваюсь только по поводу. Только по поводу нужнее. Кстати, вот эта штука, она помогает в... Я не буду собирать полностью монеты. Там всякие цветы. Ну вот, мы проиграли. И как вы можете заметить, игра хорошая. Да, хорошая. Я бы сказала, даже можно по комментариям определить. Сайт на эту игру я скину. Можете просто в поисковике вбить Super Mario Crossover 3, и вам вылезет. И я говорю вам большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующей серии. Пока. Кнопка.